Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и на канале стартует FIFA World Cup in Brazil на PlayStation 3. Наконец-таки мои руки добрались до покупки этой игры, и мы начинаем. Я буду играть так же, как и в жизни. Сейчас у нас будет групповой этап. Буду играть за Россию. И если, друзья, не ошибаюсь, то группа нашей команды будет точно такая же, как и настоящая Бельгия, Алжир и Корея, Республика Кореи. Ну что ж, давайте начинать. Давайте начнем. Первый матч у нас, как вы видите, Фабио Капелло, наша команда. И первый матч. Так, ну и, конечно же, сохранение. С этим нельзя не согласиться. Так, окей. Купил игру в PSN и столкнулся с такой проблемой, что игра запускается, наверное, с 10-го раза только. То есть просто в первой заставке зависает и никуда дальше не продвигается. Видел, что не у меня одного такие проблемы. Не знаю, на дисках такое есть или нет. Но вот в цифровой версии получилось так, что идут зависоны. Итак, у нас первый матч против Кореи. И давайте смотреть, что же у нас с составом. Итак, я предлагаю поменять сначала расстановочку. Мне неудобно будет играть на такой расстановке. Давайте вот так вот сыграем. Хотя нет, слишком это как-то трое. Так. Вот так. Я думаю, 4-3-3. Сыграем. Денисов будет по центру. Вместо Быстрого поставим Самедова. Загоева вместо Файзулина. Так, Широков. Давайте тогда сделаем пока вот так вот. Кокорина на Киржакова. Так, Широков, Дзагоев. Вместо Дзагоева я выпущу с первых минут Самедова. С первых минут выйдет Самедов. Где он тут у нас? Смолов, Ещенко. Не понял, чё-то. Габулов, Гранат. А, Самедов и так играет. Тогда окей. Тогда Дзагоев, Широков здесь по флангам. Самедов, Киржаков, Кокорин. Ну все, я готов. Можно начинать матч против Кореи. Первый матч группового этапа чемпионата мира. Россия, Корея. Вперед! São Paulo, Brazil, the only place in the football world to be tonight. The venue for the opening ceremony and the opening game of the 2014 FIFA World Cup. It's the hottest ticket in world sport, a real sense of occasion. Both here and around the world where millions are watching and hoping. Let the games begin. Ну вот мы с вами увидели открытие чемпионата, и сейчас будем смотреть выход нашей команды и нашего соперника, сборной Кореи. Ну, для начала, как всегда, разминка. Mm-hmm.
Кокорин разминается перед матчем. Здесь вот жалко, не попал. И снова не попал. Ах ты ж. Ну и здесь мог бы попасть, но попал в щиток, который был неким соперником. Итак, команда выходит на поле. Сейчас будут гимны стран. И нам показывают это болельщики сборной Кореи. Вот, собственно, и сама команда. Много-много репортеров. Вот Фабио Капелло и тренер сборной Кореи. И гимн сборной России. Ну а вот уже и наши фанаты с гимн сборной Кореи. Конечно, все это очень празднично, не хуже, чем по телевизору. Ну а вот нам как раз показывают фанатов, которые не смогли попасть на трибуны, и они поддерживают свою команду у больших экранов. Ну что ж, друзья, погнали. Россия против Кореи. Не хотят нам дать пропустить почему-то это. Все. Ну ладно, посмотрим составы. Расстановку. И начинаем. С мячом Киржаков отыгрывает на Василия Березуцкого, тот Анюкову. Пас над Загоева. Вперед на Самедова. Самедов с мячом. Подача на дальнюю. Пас в центр Киржакова. Удар 1-0. 1-0. Вот так вот быстро Александр Киржаков на 4-й минуте забивает быстрый гол. Хорошая быстрая атака. И Фабио Капелло уже радуется. Ну и вот фанаты на Красной площади в Москве довольны. Здесь Киржаков не оставил никаких шансов вратарю и защитнику. 1-0 на 4-й минуте. Александр Киржаков. Играю я на среднем уровне сложности, потому что, друзья, на PlayStation я реально не привык еще. Еще один хороший пас над Загоева, но, к сожалению, Алан не успевал к этому мячу. И корейцы пытаются свою атаку создать. Вынести мяч, хорошо. Анюков. По флангу делает пас на Самедова. Самедов с мячом. Может и самому пробить удар. Вратарь переводит мяч на угловой. И будет первый угловой в матче. Подавать сборная России. Посмотрим повтор. Самедов плотно прикладывался, но голкипер не испугался. Подача, удар головой. Хорошо разобрались. Денисов с мячом. Загоев переводит на Анюкова. Анюков в безобидной ситуации мяч потерял. Киржаков. Пытался он продраться немножко вперед и сделать пас Загоеву, но не получилось. Корея в атаке. Березуцкий, Загоев. Играет на Кокорина. Кокорин с мячом. Хороший делал пас на открывающегося Камбарова, я думаю.
Это он подключался, но мяч не дошел. Там уже Киржаков пробовал перехватить. И вот Корея по правому флангу несется в атаку, но здесь Игнашевич в подкате. Довольно стабильно играет. Березуцкий мяч выцарапал и на фланг на Кокорина. Здесь можно попробовать развить неплохую скорость. Кокорин бьет в дальний и голкипер забирает. 23 минуты сыграно. Счет пока что 1-0. Березуцкий головой, но не точно. И Кокорин догнать этот мяч не успел. Аут в пользу сборной Кореи. Фабио Капелло призывает команду собраться и попробовать забить к перерыву еще. Но все, что мы получаем, это пока что неточные пасы. Вот Денисов, хорошо, Киржаков играет на Кокорина. Кокорин набирает скорость. Еще один удар, но здесь тоже не сильно. Пока что не получается делать какой-то плотный, хороший удар. А здесь нарушение правил со стороны корейского футболиста. Березуцкий. Дзагоев. Делал пас в разрез на Камбарова, но... Широков. Широков выходит 1-1. Удар по воротам 2-0. Роман Широков. Здесь он все сделал сам. 32-я минута. Капелло доволен, что мы смогли сделать счет более крупным. А фанаты Кореи негодуют. ...2-0 перед перерывом. Хотя играет еще и в первом тайме немало. Березуцкий. Пас. Пытался сделать Киржакову на ход. Денисов. Хорошо над Дзагоева. Дзагоев с мячом. Но вот здесь не дали ему достать этот мяч. Посмотрите, какой разрезающий пас. Еще один хороший пас в штрафную, но здесь Березуцкий подстраховывает. Анюков, Самедов, Киржаков играет на Дзагоева, и Дзагоев снова потеряет мяч. Самедов один раз отнял, второй уже не дали. А вот здесь Дзагоев делает хороший перехват, можно сыграть в центр, так и есть. Но пас до Кокорина, к сожалению, не дошел. Кокорин пытается навязать борьбу. Корейцы по правому флангу. Но здесь Березуцкий. Сегодня он просто гроза защиты. Как бы смешно это ни звучало. Пас вперед на Денисова. Денисов пошел в атаку. Кокорин, еще один дальний удар и 3-0 в первом тайме. Это, друзья, не каждый день такое бывает. 3-0 в первом тайме, Россия завелась. Но не стоит забывать, что это Корея. Это не... Германия, Италия, Испания. Это сборная Кореи. На мой взгляд, самый сильный соперник у нас в группе. Это же, конечно, Бельгия. Денисов. Широков. Неточный пас, но перерыв, друзья. Перерыв. Счет 3-0. Киржаков. Широков и в раздевалочку Кокорин забивает гол. И я думаю, друзья, сейчас мы... Вот Кокорин у нас подустал. Давайте посмотрим, кто у нас еще есть
на замене Ещенко. Березуцкий выпустим Смолова вместо Кокорина. И вместо Дзагоева выпустим на фланг Быстрова. Выпустим Быстрова. Где у нас он? Вот. И, собственно, продолжаем. Продолжаем второй тайм. Матч Россия-Корея. Показывает нам Самедова. Непонятно почему, потому что он-то, в принципе, поле не покидает. Единственное, один момент. Мы поменяем Быстрова с Самедовым местами, чтобы придать большую скорость атаки. Хотя 3-0. Ну, всякое бывает в футболе. Игнашевич. Киржаков до него в пас дошел, но вот пробить-то не получилось. Анюков. Денисов, потеря мяча в центре. И вот как раз Самедов смог помочь. И вот туда, направо, на Быстрова. Быстров скорость набирает. Далековато отпускает мяч. И поэтому потеря. Офсайд бы был. Быстров, как он включился в игру, вы посмотрите. Ким Дон Хон. И упускают за боковую линию. Анюков с мячом, можно назад. Так и есть. Василий Березуцкий. Широков играет на Камбарова. Киржаков. Смолов забрасывает Киржакову. Киржаков выцарапал мяч. Но вот здесь непонятно, что он. Я-то хотел вообще в центр скатить. Там кто, Широков был или кто-то из партнеров. Денисов, очередная потеря. Опасный пас. Денисов. Смолов. Киржаков, ну вот, хорошо. Самедов. Ну вот здесь вот не лучший, конечно, ход событий. Киржаков. И снова не получился пас. Анюков. Самедов. Хороший разрезающий пас на Быстрова. Быстров мяч догоняет. И зарабатывает угловой, по-моему, второй угловой в этом матче. И замена у команды сборной Кореи. Камбаров у мяча. Подача сильная. Денисов с мячом. Здесь Камбаров остался на правом фланге. Какая ошибка. Самедов, Камбаров. Можно попробовать слева, удар по воротам. Вратарь вытаскивает. И еще один угловой будет, только уже с левого фланга. Здесь хорошо Камбаров прикладывался, но голкипер на месте. Самедов у мяча. Самедов поднимает руку. Нет. Не получилось сделать хороший пас. И будет ли контратака корейцев? Мы заслужили какой-то приз. Анюков, Быстров. Удар. Но удар совсем не вышел. 74-я минута встречи. 3-0 по-прежнему. Игнашевич. Анюков. Смолова как-то вообще мы не видим во втором тайме. Анюков. Знаете, Анюков к атаке чаще подключается, чем Смолов, по-моему.
Быстров. Широков. Потеря мяча. Нарушение правил. Но мяч остается у сборной Кореи. А вот был Смолов, который сделал этот убожественный пас. Киржаков. Широков. Попадает в зад корейцу. Тот, конечно же, не падает. Хорошо отбились. Еще один мощный удар. Это уже в исполнении Игоря Денисова. Анюков. Березуцкий на Анюкова. Тот дальше на Самедова. Самедов сразу крутит в штрафную. И будет аут в нашу пользу. Корейцы расстроены. Их команда проигрывает 3-0. Еще одна замена. Анюков играет на Быстрова. Быстров с мячом. Самедов. Пытался он сделать пас Киржакову, но не получилось. А вот теперь Анюкову из последних сил нужно нестись в защиту на свой фланг. И посмотрите, выход 1-1. И удар мимо. Напугал Акинфеев соперника своим выходом. Анюков. Еще один пас. Корейцы в атаке. Подача. Удар. И Камбаров спасает, но спасает рукой, и будет пенальти. Ну и что? Я надеюсь, желтую карточку не даст, но мяч случайно попал судья. Ладно, пенальти есть. Акинфеев у мяча. Ли Донгок разбегается. И я собирался прыгать в противоположный угол. Все-таки корейцы гол престижа хотя бы забивают. Тренер молится. Хотя не знаю, друзья. Вот тоже напишите в комментариях, кто знает. Здесь точно так же, как и в FIFA 14 отбивать пенальти. Потому что я на самом деле нажал в другую сторону, но он туда даже не прыгнул. Самедов. Анюков. Денисов. Еще один угловой будет. Быстров заработал. Перестройка в штрафной. Камбаров у мяча. Подача есть. Удар головой чуть выше ворот. И финальный свисток у нас звучит. Есть первая победа. Первых 3 очка в группе. 3-1. Выиграли у Кореи. Давайте посмотрим, как развивались события в других матчах. Посмотрим, как сыграли соперники. Бельгия выиграла у Алжира. Ну, собственно, это неудивительно. Кстати, счет тоже 3-1 у них был. Это довольно интересно. Ну что, друзья, я надеюсь, вам понравилось. Ставьте побольше пальцев вверх, оставляйте свои комментарии. С вами был Локи. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.